Хочу выразить благодарность Алексею Алексеевичу Коломийцеву и всем братьям, которые приехали, поделились своим опытом жизни за границей и тем, как они справляются с этой борьбой, с христианской жизнью своей. Я считаю, что проповедь – это центр богослужения, центр литургии, и очень важная вещь, которая должна касаться сердец, которая должна менять сердца. И думаю, что нам очень не хватает этой специфики нашего города, потому что мы живем в комфорте, ни в чем не нуждаемся, Господь усмотрел все, и иногда в плане в этом мы забываем о самом главном. И вот оно мне так как раз помогло сейчас вот к тому, что я лично сам над собой усилия мало прилагал. Я считаю, эта конференция была действительно очень ценна, потому что, что касается лично меня, я смогла взять для себя то, что действительно мне не хватало. Я ответила на многие свои вопросы. И спасибо Алексею Алексеевичу за то, что действительно Господь посредством него смог коснуться моего сердца. И я буду молиться сейчас больше и буду стараться, чтобы Господь менял мою жизнь благодаря этой проповеди и вообще этой конференции. Я так благодарна Богу за это. Слава Богу. Нам очень понравилось то, что вот ваша церковь помогает людям понимать Слово Божие. И ваш пастор проявляет такую большую заботу в деле Евангелия. И очень большая благодарность вам за то, что отправляете братьев на вот этот труд. И многие люди могут познавать истину и понимать ее через эти проповеди. Сердечная благодарность. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, церкви Слова Благодати. Я являюсь пресвитером Церкви Христа Спасителя, также старшим пресвитером по церквям Ханты-Мансийского автономного округа Югры. И я хотел поблагодарить вас за то, что вы благословили на эту прекрасную поездку в Сибирь, в город Сургут, на конференцию вашего пастора Алексея Алексеевича Коломийцева. Это прекрасная конференция, которая очень нам понравилась. Она была назидательная, полезная. Она несла информацию, которая действительно преображает человека неверующего и также верующего, делает более благовидным перед Господом. И в этом преображении образ Христа мы все нуждаемся. И это очень получилось у Алексея Алексеевича. Я также хотел поблагодарить его жену и поблагодарить также семьи, жен, братьев, которые приехали вместе с ним. Прекрасная команда, которые помогали ему. И у нас собралось здесь более 200 человек, 300 человек. На служение было больше 300 человек, которые с большим вниманием, с благодарностью, вот в сердце остались после участия Алексея Алексеевича в служении, в проповеди, в лекциях, которые он произносил во время этой конференции. Я очень благодарен Господу, что он позволил сюда приехать, нести этот труд. Я искренне благодарю вас, что вы стали участниками также этого труда созидания тела Христова, церкви здесь, в нашем северном регионе, в Сибири, в Сургуте. Большая благодарность вам. Пусть Господь благословит вас и воздаст вас обильно, вам обильно за эту любовь к нам. И пусть наши отношения как-то будут развиваться между нашими церквями, между нашими городами. Благословение вам.